Вроде уже устал ждать. Спасибо. Наконец-то я ее получил. Всем привет, это мой новый видеоролик. Только что я ходил на почту и забрал свою очередную посылку с Outset Selecta. Давайте быстро мы ее распакуем, я покажу, что там лежит. И там есть одна шкурка, которую мы сейчас наклеим. Точнее, ну как сейчас? После того, как распакуем. Короче, погнали. Значит, берем такие. Расчехляем. Блин, а она не расчехляется. Все, я маленько ее расчехлила так быстренько. Так, достаем. Здесь у нас здесь непонятно что. Здесь у нас носки Прота. Я не знаю, зачем я их заказал. Здесь у нас носки Hello Grip. Я тоже не знаю, зачем я их заказал. Здесь у нас наклеечки Friendly от Stack и 2 Tilt. Здесь у нас шапка Hello Grip. Короче, у меня была шапка Tilt. Вы могли ее видеть в каких-то ранних... много ранних видеороликах еще зимой. В зимой, в начале весны. Я ее, короче, потерял в маршрутке и решил заказать себе такую Hello Grip просто. Вот у нас шкурки две. Сейчас мы их распакуем чуть позже. Так, дальше у нас идет Long Sleeve River. Дальше идет Long Sleeve River размера S. Tilt. Tilt Transport. Transport Tilt маечка, тоже S-ка. Ну и парафин. Я, кстати, не помню, чтобы я его заказывал, ну ладно. А, да, я его заказывал, он один, короче, доллар стоит. Ну, он маленький, на самом деле. За один доллар дофига. Ну и все, что я заказывал. Здесь чек. Outset. Ну и на этом все, в принципе. Итак, теперь давайте расчехлим шкурки. Погнали. Так, ставлю камеру вот так, как бы. Вот такая у меня шкурка Hello Grip, собственно. Первая такая со смоки-ленивцем и с надписью Hello Grip из дымка. И вторая, которую я сейчас хочу наклеить, это Hello Grip, коллаборация с Friendly. Вот такая темно-синим шрифтом. Сейчас мы ее наклеим. Кстати, вот эти шкурки две, они стоят, по-моему, 10 баксов. Ну, неплохо. На самом деле у меня очень много шкурок. У меня есть вот такая Tilt Дилана Кассана, такая вот с фонарем Big. Есть еще одна Зака Мартина про модель Hello Grip тоже. Есть Логана Фуллера Hello Grip. И есть такая большая скейтерская Rip and Dip. Я ее купил еще в Дубае. Так что вот, у меня очень много шкурок. Я не знаю, куда их девать. Рофл. Собственно, вот так вот это все выглядит. Вот так моя шкурка стерлась достаточно. Вот эти все пятнышки, это места просто, где нет зерен, короче. Так что сейчас я ее быстро отклею. Надо, кстати, еще будет все снять, чтобы наклеить новую. И покажу вам, как я буду уже клеить новую. А эту мы отклеим вот так. Все, я склеил шкурку, снял колесо. Не прошло и часа, как я это сделал. И все, теперь погнали клеить новую шкурку. Ию. Так, я ее наклеил, осталось протоптать. Все, теперь нужно затереть концы. Ставим и начинаем затирать концы. Все, собственно, я все наклеил. Новая шкурка Hello Friendly. Поставил чедик, поставил колесо. Ну и вроде бы все хорошо. Ну а сейчас мы едем кататься. Кстати, мне нравится, как выглядит теперь самокат. Четко. Погнали. Все. Иди. Значит, короче... Так, не мешает музон, вот едем. Значит, короче, нужно было только что с родителями заехать там по одному делу. Папа меня довез. Ну и, собственно, сейчас я еду к пацанам. Мы встречаемся на Реге. Ну и, наверное, поедем по спотам, но там еще решим. Так что погнали. Чисто даю банча с одной рукой. Пацаны, мы переходим в стрит, потому что мы не паркеры. Да, ну мы не паркеры. Это панамка, патруль.
Пошли делать трюки. Я на самом деле я уже не хочу тут кататься. Поехали куда-нибудь в другое место. Куда? Сегодня будет тупо чил, наверное, видос. Чил дэй. Только мы уехали из парка, и опять параша. Короче, сейчас решили дождаться все-таки автобус и поедем в Royal Park. Короче, смотрите. Да, вот двоечка. Смотрите, мы сидим и выясняем, у кого счастливый билет. Короче, нам его так разобрали. Да, вот он, двоечка. Вот. Да, у меня счастливый. У Вани счастливый билет. Я сказал, ты Питер. Это были самые сложные. Так, все, не выеживайся. Если бы я не сказал, мы бы не нашли. Да, да. А у вас есть Инстаграм? Ты убилет без своей руки. Ну и хорошо. Вот в камеру скажи то, что Пьерку чушка. Скажи в камеру. А то выключил. Купил у Клима наклейку за 2 рубля. Я пошел Клима купил. Фиг знает кого. Я за 3 рубля, да. Смотрите. Одни старые, одни новые. Кому нужны? Давай, забираю. Нет, почему? Вот нас поищи. О, стой, дай. Это, короче, мы приехали на спот рядом со стрим-фитнесом. Вот экстрим-фитнес. Давай, кто прыгает? Yes, a nigga burgess like a flip phone. Damn, money long and my bitch hair real fucking long. Damn, yeah, we bring that working, we just bring that working. Ay, smoking on this pack, what I smoke imported. Damn, yes, a nigga burgess like a flip phone. Ay, money long and my bitch hair real fucking long. Yeah, we bring that work in, we just bring that work in. Damn, smoking on this pack, what I smoke imported. What I smoke imported, all my smoke imported. I got plugs out in Portland, play with O's like Oregon. Got your bitch choosing, yeah, she say you boring. Little vanilla bitch, super thick like Kelly D. She wanna marry me. С первой попытки заходим такие в Макдональдс, а тут пацаны пердят. Ок, да. Ты чё? Все, я дошел. Дошел? Да, и вот. Молодец. Развивайся правильно. У Берка это самое кентовское место. Ты че, черепашка-ниндзя? Короче, начался дождь, у нас все мокрые шкурки. Мои немного, потому что я ее нес. Вот, мы залетели в переход чисто. Тут есть 3 ступы. Потолок не особо высокий. Вот. Вуфон грипсы вытирает. Нормально. Better things, but I can't cuff a thing. Money call, I'm on a scene. Flip phone, I got that shit on me. Virgin Mobile in my pocket, bet that shit gon' ring. Все-таки мы решили идти до Royal Park. Беркут Кент. Лифт отключил? Да. Ребят, сейчас будет пранк. А так что поставьте много лайков и подпишитесь на его инстаграм. Он будет на экране. Там тот пранк где-то идет. Короче, мы зашли с одного входа, нас дед сразу выгнал, мы еще зайти не успели. А мы покушать хотели. На самом деле, торофа, мы пришли сюда кататься. Да. Так, пацаны, не палимся, мы типа идем в магазин. Пранки начинаются. Здрасте. Проникли мы в Royal Park, 24 часа челлендж, шок. Сейчас охранники придут и будем с ними разговаривать. И снимать контент. Да будем кататься, мы что мы? Справиться, мы же не кенты. О! Чекайте просто, ничего нет. А скейт-лавка закрыта. Скейт-лавка временно не работает, там написано, вот. Музончик. Пацаны, гостнакомьтесь. Пацаны, мне стрёмно. Я думаю, мы покатаемся. Нет, хорошо. Ты расскажи историю, типа, как вы тут катаетесь. Короче, скейт-лавка закрыта, и мы каждый день сюда приходим. Ну как каждый день? Часто приходим сюда кататься, вот. Каждый день. Но потом приходит дядька такой... Запикаешь.
типа материться нельзя, кататься нельзя, вот, уходите отсюда. А сейчас, короче, сейчас пердуны какие-то просто сходу, типа, уходите отсюда, самокатчики пердуны. Капец, Royal Park, вот минус тебе за это. I just be serving a piece. My bitch, she serving for me. Hair long, no weed. Shorty bad, she a freak. Cookie pack got me sleep. I been high all damn week. Cookie pack all on me. OG pack all on me. Yeah, yes a nigga register like a flip phone. Damn, money long and my bitch hair real fucking long. Damn, yeah we bring that working. We just bring that working. Hey, smoking on. А можно, Дрюк, доделать, уедем? Money long and my bitch hair real fucking long. Yeah, we bring that work in. Все, он доделал. Поехали. Здрасте. Я везде беру вишню, так что пошли дальше. А тут есть холодильник? Из холодильника вишня. А, вишня из холодильника? Ну, пойду посмотрю вишню из холодильника. Ой, я возьму палки. Я возьму палпи, он подешевле, чем вишня, тут со скидкой. Всегда пока хожу, выпиваю. Сушу! Возьми две! Ты говоришь сушу? Нет. За 15 рублей? Да. Ну-ка, подержите, я тоже возьму. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, сушу вот эту вот с белым сыром за 15 рублей? Еще вас, пожалуйста. Спасибо. Я вот только возьму. Пойдем обзор сделаем. С вами давай канал Обломов. Еще раз давай. Всем привет, сегодня мы делаем обзор на сушу. Значит, тут у нас сырочек белый такой, непривлекательный. Такой соус остренький, я думаю, пойдет. Рис, как мне мама готовит обычно. Так, сыр. У меня лучше. Четенький. И огурчик. Продегустируем. Блевать охота. Давай, оценивай. Я дам этой суши 3 буфона из 10. Посмотрим мою. Так, тут какая-то начинка сверху, семена какие-то. Короче, херня, пробуем. Острая. Сколько буфонов дашь? Да, буфон. Одного. Одного буфона? Просто не вкусно. Нам, нам. А ты сколько буфонов дашь? А? Для него любая еда дашь? Вкусная, потому что я дома не кормлю. 25. Верка дает 25 буфонов из 10. Это покрывает всех других буфонов. Ладно. Короче, это был тупо угарчик, а сейчас мы не знаем, что делать. Мы погнали на все ступеньки, на которые мы только скатались. Нет, в метро. В метро? Да. До них опять бежать. Я бы на самом деле позвонил бате, чтобы он меня забрал, поехал бы домой. Все, меня заберут. Мама написала, чтобы я написал папе, папа сказал, жди, папа едет, короче, ура. Все, так что стой, еще не бей. Сейчас, короче, мы увидимся с вами завтра, когда будет хорошая погода, и поедем кататься по спотам. А сегодня был чисто угарчик и чил. Так что, буфон, бей в камеру. Еще раз бей. Ты не умеешь бить камеру, че? Я могу со всей силы ударить. Давай. Короче, после вчерашнего ливня уже почти все высохло. На самом деле я показала вам место, которое почти никогда не сохнет. Ну ладно, почти все высохло. Вот, уже сухо. Сегодня тепло, и мы сегодня едем кататься по спотам. Все, погнали. Сегодня мы с Ваней. Тут мокро, не хочу туда идти. Привет. Привет. Че, мы тут будем кататься или сразу поедем? Нет. Я хочу... Пару трюцков и поехали. Да, пару трюцков, и ну и поедем, да. Давай по сходу, прям только что. Ваня только что приехал. Ну и не флэт, в дроп. Настер. Как понять-то, что она снимает? Давай сделаем клип. Вот это новости с утра. Давай трак, ну и поехали. Давай. Как понять, то, что она снимает. А теперь поехали делать трюки. Чего? Дай пять. Первый фулвип. Он не мог его сделать. Сколько ты не мог его сделать? Месяц два?
не знаю, ну где-то так. Где-то так. Все, погнали дальше. Хотя нет, я сейчас доберу тут флип. Ну и поедем потом. На площадь Ленина к пацанам. Все, проверяй. Три покупки. You know, Project Baby coming up is out crushing all 28. Я сказал три покупки. But then I fell in love with 28-year-old. А теперь мы... Все, поехали сразу. Давай бросай с первой попытки и поехали. Изи. Поехали. Давай классно. Хай. В мега большой скат. Это можно сказать было флэт, потому что там скат никакой, бей в камеру. А всё. Теперь мы едем в пул. Дебил, ёпта. Геморрой болит. Геморрой. Буфан, короче, ударился копчиком. Теперь у него все болит. Да. А нам идти туда. На краше. Ай. А куда передавать через что? Окей. Ну вон через верх, наверное. Куда Марк полез? Пацаны, а мне что делать? Сейчас ты перелезешь и возьмешь камеру. На, Клим, возьми камеру. Да спрыгивай, мне кажется, тут не сильно высоко, прыгай. У меня... А, ну бывает. Блин, мне такая застряла. Прости. Ай, геморрой. Ой, коленка заболела. Все, ваш самокат близкий. Все мышцы колени болят, кости. Все, короче, mission completed, теперь едем кататься. И мы вазимся. Я здесь был последний раз, когда мы снимали видос, когда еще самокат только первый покупал. А, нет, я еще до этого был один раз. После, точнее, этого. Всем привет, сегодня мы в пуле. Чтобы быстрее высохло. Размазывай ее. Все, нафоткается, давай. Hold on, 28. My little baby, 28. I be out just telling, yeah.